Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем наши космические приключения. Ребята, прошу прощения, что не было серий так долго, простите, вы сами знаете, то это надо записать, то другое, но, надеюсь, вы соскучились. Всем приятного просмотра и аппетита. Я что-то, знаете, вот как побил рекорд мировой, все, я капец разленился, что ли, даже не знаю, мы с вами... 1000 дней прожили, да, ребята, и после этого я такой, ну все, ребята, все, ну, надеюсь, конечно, разработчики, кстати, кто-то там писал, по-моему, что разработчики должны еще добавить дней, не знаю, будет ли такое, но на самом деле это просто капец задротничество, то, что до 1000 дней, вот этот, вот не каждый так будет, просто чисто... для эксперимента. Так, мы с вами выбираем самого лучшего капитана, Эммета. Потому что у нас концовок дофига, я на Красной планете вообще ни разу не получал концовки. О, боги, надеюсь, мы сегодня получим. Получим, ребят, хорошую концовку. Я же вам обещал, что надо мне именно хорошую концовку получить. Черт возьми, химикаты. Так, некогда, ребят, пить. Так, давайте смотреть, что у нас есть. Давайте вот эту хрень сейчас унесем. В шаттл, и осмотрим. Так, тут есть маска, блин, надо было маску первым делом-то. Так, у нас дается время, чтобы нам все осмотреть, посмотреть. Блин, не открывается шаттл. Хотя бы просто, знаете, выгрузить вещи вот так вот, там, из карманов. Кстати, куда он реально засовывает? В карман? Что это за новые технологии? Так, хорошо, там пистолет, ребята, поэтому он нам нужен. Так, и еще малыш. Да господи, что вы мне тут закрываете? Так, изолента, отлично. Еще баночка супа. Время уже практически половина. Не очень хорошо. Диди мы с вами возьмем. Нет, наверное, бронежилет лучше возьмем. Не, лучше бронежилет, ребят, конечно. А если честно, то надо кого-то уже брать, ребят. Блин, тут только Том, что ли? Да пофиг, давайте Тома, господи. Давно не виделись, дружок. Черт, сваливаем, ребята. Ёть твою... дивизию. Вообще, по идее, если вы не знали, то новое обновление вышло. Я вот как 1000 дней, да, прожил, ребята? Ну, понятное дело, с Томом у нас кое-что было, но... Секретик был, что мы там чем занимались, блин, он нас каждый день, короче, кормил, поил, вот... Учил, то есть, как не знаю, как настоящая... Мама, блин! Привет, компьютерный ассистент Астра на службу прибыл. Так, неплохо, одна баночка супа, великолепно, ребятки, и давайте, как по стариночке, мы с вами выбираем интеллект. В общем, смотрите, какая тут картина, надеюсь, мы именно на красную планету сможем высадиться, потому что там нам нужно, когда будет еще маленький инопланетянин, ему надо будет помочь. В общем, начинаем. Так вот, разработчики, по идее, обновление вот это вот добавили, чтобы мы вчетвером выживали, а я, блин, вдвоем. Ну ладно, ничего, ребята, потому что мы должны выжить давно. Так, смотрим, в чем проблема, смотрите. О нет, меня взломали. Так, быстро. Давайте интеллект, блеснем интеллектом, конечно, стоит. День третий. Офигеть. Источник вируса. Это оказался склад припасов пришельцев. Нам повезло. Суп у всех одинаковый. И при том 11 супа. Так. У нас минералы есть. Слава богу. Во-первых, нам понадобится коммуникатор. И какая-нибудь штука. Ну, зажигалку, да. Мы с вами можем и прямо сейчас наладить корректировщик веса. Мы его заклеим изолентой. Это просто идеальное, ребята, сочетание. Так, вы попытались починить корректировщик веса 1000 при помощи скотча. У нас также появился коммуникатор, и вот насчет него... Воу. Надо бы нам носочек, я думаю, сделать, да, ребят?
Поэтому давайте модернизируем коммуникатор. Сейчас кто-нибудь-то... В общем, кукушка сойдет, ребята. По фазе. День пятый. Однако все нормально. Привет, капитан Кайфолом. Вам лучше, без сомнения. Вам было бы намного лучше, если бы вы согласились повеселиться с вашим другом Астро. Вы многое потеряли. То есть, как-то игра вот стала намного легче, ребят. Мы с вами вот сейчас играем, и я понимаю то, что... Она нам помогать начала. Помните, были такие моменты, когда у нас супа... Даже, по-моему, не знаю, в 2-3 раза меньше было, и игра нам не помогала. Она, наоборот, у нас все забирала и забирала с каждым днем. Поэтому для меня просто шок, что мы сейчас все получаем и получаем. Офигеть. День шестой. Так, смотрим, что у нас... О, смотрите, мы с вами нашли. Давай, расшифровывай. Сейчас мы сделаем вот эту вот штучку. Надо потом будет сделать хотя бы, блин, аптечку. Аптечку я... День седьмой. Аптечку я не взял, поэтому нужно. Будет первый контакт. Хорошо. А, Тому мы даем покушать. Тут, я понимаете, я уже за секунду вижу, гигиена рта, все, это значит больной зуб. Все, ну, я почему-то не это увидел, а вот это вот. Хоп-хоп, так, все, хорошо. Тут изготавливается наш носок. Капец, у меня, ребята, до сих пор, я, в принципе, с голосом немного посмотрел, вы можете предыдущие какие-нибудь выпуски посмотреть и сказать, там лучше был голос или нет. Вот я знаю, что сейчас мало кто мне поможет, но если вот честно, вам нечего делать, и вы, ну, черт, будете так любезны. Вот так, у нас, к сожалению, вот сейчас кукушечка у нас поедет, ребята. Так что надо было сейчас, давайте артефакт сделаем. Хорошо. Вот, потому что у меня, вот смотрите... Я вернул старый носок, ребят, как вы видите. Так, нет, смотрите, все нормально, все нормально. Вот так, капитан, сдерживайте свои эмоции, развивайте нездоровые способы. Клево. Так. Долгие космические путешествия связаны с многими рисками для физического состояния человека. От атрофии мышц до лени. Так, зарядку. Давай, давай сделаем зарядку. Но я не знаю, чем это закончится. Может, плохо закончится. Да, бывало такое, то, что они там делали зарядку и хопа, предметы нечаянно уронили. Это может сейчас произойти, ребят. Мы не знаем. Капитан, вы в ужасной форме. Настолько много усилий для подтягивания планок не требуется. Это минимальные условия. Очень хорошо все. Так, тут все легко. Телефон, аптечка у нас делается, потихоньку мы с вами обогащаемся. Ну, знаете, как в жизни, там потихоньку живешь, вот, наживаешь, так сказать, состояние какое-то, там предметы всякие покупаешь, материальные. А что-то вот у меня, сука, наоборот, я не знаю почему, каждый день за днем, вроде как, что-то и получаю, а в итоге, блин, потихонечку бомжуем. На дошиках, ребята. Так, желтая планета. Смотрите, слаб, голоден. Нет, желтая мне не нужна. Желтая мне не нужна. Мы с вами, в принципе, справимся. Так, что у нас тут? Смотрите, слаб, голоден. Я думаю, сначала подлечить все-таки нашего. Ну, может, кстати, все нормально будет. У них иногда все-таки восстанавливается здоровье. Бывает такое, но не всегда, к сожалению. Если бы всегда было бы... Ох! Это... Рик и Морти? Капитан, планета, мимо которой мы вчера пролетели, осталась далеко за пределами досягаемости. Так, но это... Да ладно! И у меня нет руководства! Блин! Капитан, на борту посторонний. Из портала выскочил какой-то тип с синей кожи, одетый в аборторный халат, и потребовал, чтобы мы отдали ему наше руководство, Астра гражданина, иначе он не сможет спасти твоего внука от временной тюрьмы!
Офигеть, и от него родил алкоголь. Мне теперь очень интересна теория. Но это безумно. Чего не утверждает, что прибыл с другого измерения, где все руководства заграждения были уничтожены в ходе государственного переворота. Офигеть. Так, истощен, слаб. Нам, кстати, не особо-то, блин, камильфо. Надо бы сделать уже аптечку. Офигеть. Я не думал, что тут такое вот будет. Вы не позволили безумному ученому взглянуть на руководство. Пьяница, осыпая вас проклятиями, прыгнул в свой портал и исчез. Несколько банок супа пропал. Ли. Капитан, он вас обманул. Да, этот тип явно управлял в нетрезвом виде. Офигеть, вот засранец. Так, давайте попробуем их как-нибудь перетанцевать. Хоть я понимаю, что иногда это вообще невозможно. Так, хорошо, что я аптечку сделал, ребята. Сейчас вторую. Блин, как жаль. Просто как жаль. Да, мы смогли. Каким-то образом мы смогли. Ну, потому что все-таки игра нам помогает. Чуть-чуть. Будете пытаться собрать потоковый накопитель? Нет, ни в коем случае, потому что когда мы пытались это сделать, каждый раз чисто провал. Не разрешают нам. Воу. Что? Что? Что вообще происходит в этой серии? Что? Так. А у нас 50. Отлично, коммуникатор сейчас будем. А что я еще могу? Я могу еще модернизировать систему. В принципе, а это, кстати, нужно. Опа, мне удалось вступить в контакт с брошенным шаттлом. Она не против встречи со мной, то есть с нами. Капитан, вы просто обязаны ответить утвердительно. Она предлагает поделиться своими ресурсами. Правда, есть одна проблема, она коммунистка и к тому же убеждена, что и мы разделяем ту же идеологию. Ну давайте попробуем супчика дать. Я пока что-то чешется нос, блин. Это не к добру, ребят. Дай угадай, сейчас у нас не будет... Хотя нет, 40. Ну, это, блин, прилично. Не-не-не-не-не, все окей. Спасибо, что согласились отправиться на заброшенный шаттл и притвориться членом коммунистической партии. Это много для меня значит. Кажется, решающую роль сыграла готовность поделиться супом. Спасибо, что не торопили меня с ней. Я могу часами обмениваться данными. Как только мы пристыковались к ее отсеку, и от нее в мой алгоритм пошел входящий сигнал. Время как будто остановилось. Меня вместил в восьмеричную систему вычислений. Так, и что? Значит, я поделился своими ресурсами. Идеально, идеально, ребята, просто офигенно. Так. Блин, ты я уж думал, ты прикалываешься, Эммет. Что? Камерам своим не верю, мимо нас только что пролетел десяток картофелин. Капитан, вам надо это видеть, а вон луковица замерзшего... При почти нулю градусу по Кельвину. Одна подлетает слишком быстро и разлетается на миллионы сверкающих кусочков. Помидоры. Так, ну давайте попробуем попытаться выловить эти праздничные помидоры. Помидоры. Ну блин. Ладно, ребят, мне позволительно. Мне позволительно сегодня как-то так ошибаться, потому что я на самом деле только приехал. У дяди был день рождения в Челябинске, мы туда гнали, и, черт возьми, ну, понятное дело, что выпили, и вот я сейчас на самом деле такой. Ну, пили-то вчера, а сегодня такое состояние, ну, когда головка немного бобо, вы сами знаете. В общем, фермер... Господи, да я вообще уже... Фермеры, Блять, запустили праздничные в космос, привязав себя к кораблю, мы снова и снова бросались к ним, словно нетерпеливая игрушка йо-йо. Теперь мне кажется, что пытаться поймать их руками было бы плохой идеей. О, координации, мы с вами поговорим потом. Мы полностью вымазаны томатным соком. Блин, это прикольно. Такого у меня еще не было. Так, мы теперь можем сделать маску, если что, ребят. И так, модернизировать пока что нет ресурсов, да, 24, а сколько нам надо? 60 аж. 60. Маску, кстати, надо будет сделать обязательно. Давайте сделаем. Сыр! Нет. Это ни хрена. Ни хрена так не делаем, ребят.
Так. Синяя планета. Нет. Это не она. Нам это не надо. Бывает, ребята, такое, что всегда красное вот попадается. Но сегодня не везет. Точнее, мне вот отец всегда говорит, так, режим переработки. Если что-то идет очень, сука, тяжело, значит, мы на правильном пути. Значит, идет как надо. Так. Так, он говорит, так, вы нашли... Ух ты, да, 737 лет. Мне, короче, в комментарии, когда я 1000 дней-то прожил, написали: о, теперь мы знаем, что суп хранится. Так не 1000 дней, а 737 лет. Это надо, не знаю, 100 тысяч дней там с чем-то. Так, аптечка, модернизация пока не могу переработать. Давайте переработаем... Да где он, блин, внизу, в самом низу. Теперь у нас еще есть баночки с супом. Может, кстати, что-нибудь еще появится. Интересно. Только самое важное сейчас, чтобы не было монстра, блин. Так, хорошо проводите время. Нет, потому что носок порвется. Коммуникатор, делаем коммуникатор. Истощен же опять. Я, по идее, ну, как повезет, 50 на 50. Либо они сойдут с ума, либо нет. Вчерашний день тянулся так долго и начался скучновато. Установили компьютерного ассистента под названием Клоун вместо меня. Интересно. Так, что это такое? Торговый автомат с едой. Так, чиним. Угу, хорошо. Это все для того, чтобы мы химикаты делали. Так. А сейчас надо еще раз сделать, ребят. Надо еще раз сделать. Но, ладно, пока не... ребят, все, наконец-то приземляемся. Готовимся к посадке, наконец-то. И аптечку надо было тоже было сделать, ну, ладно. Пожалуйста, ребят, давайте... Так аккуратно, аккуратно приземлитесь, пожалуйста. Ну, блин, ну как вы... Ну какого хрена? А, нормально, все нормально. Во время нашего снижения грозовой планете член экипажа познал бушующую под нами бурю. Очень похоже на наши прогнозы для Земли после ядерного удара СССР. Короче, зажигалка сломалась, но коммуникатор, по крайней мере, есть. Так что сразу его хреначим. Насчет зажигалки пока надо бы сделать. Уже доступно. Уже, ребят, доступно, кстати. Минералы. Так, в общем, на этом... Том, давай, погнал. Все, отлично. Хорошо. Только единственное, отлично, что истощен. Тома тоже, кстати, на всякий случай покормим. Потому что надо, надо ему в дорогу будет запастись. День 26. Привет, мир. Так, все, теперь мы с вами можем получать всякие различные... Возможно, он съедобен. Не кушаем, не кушаем. Мы знаем, что это за хрень. 12 минералов. Так, давайте делать суп, потому что супом у нас сейчас... Да. Одна баночка супа, с ней мы долго не проживем. Быть точно, вообще очень-очень мало. Так, вы решили не кушать голубой фрукт с прожилками. На-на-на. Отлично. Давайте делаем еще супчанский. Отключилось питание. Можно просто подождать, ничего не делать. Ждем, короче, возвращения Тома. Он сейчас нам поможет. И самое важное, ребята, я кое-что забыл. Ну, это ладно. Сейчас мы... Мы починим его.
Блин, ребят, нам надо... Нам надо больше предметов всяких, чтобы, например, помочь инопланетянину, когда будет там маска. Так, я слышу, как вы нас будете защищать. По идее, никак, можно не защищать. Потому что там будут невидимые... О, господи. Фу, ну когда, блин, давай... Ёб твою мать! Что это за гордость такая? Безумен. Чиним. Чиним его. Бро, ты просто молодец. Капец. Кажется, он сломался. Давайте. Еще аптечка. Главное, что он выжил, ребят. Это самое важное. День 31. Опа. Началось, ребята. Пройти, посмотреть, в чем дело. Да, мы идем обязательно. Короче, там будет, как я понимаю, инопланетянин. Так, Том, в норме. Нам нужно, чтобы ты нам достал энергию где-нибудь, понимаешь, бро? Но... Да, хрен там достанет. Короче, иди туда. Давай, Том, вперед. И вот тебе жилеточка. Главное, чтобы эту жилетку мы с вами... Его надо будет сейчас починить. Нашего инопланетянского друга. А вот и он, вот и он. Кажется, он слаб, возможно, ранен и так же одинок, как аварийная капсула, летящая через космос. Так. Правда, этот инопланетянин у нас, как бы, 1001 день продержался, непонятно как. И сейчас самое важное, ему реально помогать. Ха-ха! У нас, видите, особо предметов нету. Это проблема. Это проблема. День 34. Вот так. Вот так мы с вами сделаем. Отлично. 40. Модернизировать. Нам надо... Модернизировать. Так, коммуникатор 10 из 10. Блин, короче, нам надо обязательно вот подождать. Делаем супчанский. А что делать? Что делать, ребят? Нет, конечно, можно сейчас и костюм модернизировать, и Тома посылать, но... Я боюсь, блин, сэр, на корабле дождь из английских булавок и флаконов с мазью. А что? Такое я впервые слышу. Сэр, на фоне творится что-то ужасное. Вам, похоже, артефакт аномалии не затронул. Если вы могли бы... Из носка. Давайте. Попробуем так. У нас, если что, маска есть, это очень важно. Букваря нет. Букваря нет. Броню. Брони тоже нет. Ну, блин. Холи шпага, как говорится. Дядя бы так и сказал. 42. Так, Том, ты пока давай посиди. Все. Нам надо будет отдать ему пистолет, ребята, по-моему. День 37. Ух ты, блин, смотрите. Пузатенький какой. Засранчик. Держи. Пожаротушение. Делаем аптечку. Пока с супом у нас все окей. Итак, день 38. Хм.
минералы или все-таки... Так, минералы давай-ка. Угу. Он, надеюсь, быстро придет. Я единственное волнуюсь, ребята, то, что он жилетку с собой забирает. Там острые камни и... Трещина. 40-й день уже. Кстати, довольно интересно, ребята, то, что... 25 минут идет серия, понимаете? А раньше я так... Опа, мне закрыть... Да, кусочки, не дать роботу войти. Нет, он нам поможет. Он нам поможет. Он всякое там соберет, переберется. Вот пьяных нельзя пускать, потому что смотрим, что произошло. Капитан, это 60 букв. Да, он, короче, что-то нам сделал. И одни из них был шарик из съедобной органики. Закуска! Блин, я бы не стал жрать. Чё там от робота, блин, высыпалось? Фигня какая-то. Так, мы довольны, это хорошо. Это хорошо. Жалкие фигуры. Фигурок, так, мрачных повозок. Так, вот так вот сделаем, чтобы все было отлично. Потому что, как я помню, они нас начнут... постреливать, если мы дадим аптечку или маску. Нельзя, короче, там что-то помогать так сильно. Ох, смотрите. Слаб. Давай-ка его починим. 52. Нам надо модернизировать систему, чтобы создать предметы. Понимаете, к чему ведется этот разговор? Но, походу, мы с вами не сможем успеть. Пицца за диаг, доставим пиццу за 300. Вообще ничего не делаем. Ничего ценного в обмен нельзя давать. Аптечку мы делаем. Так, еще парочку дней прожить, чтобы у нас накопилось. Да, он нам дал пиццу. Отлично. Во! Вот так вот делаем. Блин, инопланетянин клевый, прикольный. Только главное ему помочь, потому что, ребята, если мы один день пропускаем, вот как, помните, с Риком получилось. Что? Гигантский чит. Сейчас посмотрим, ребят. Так, истощен. Хотите попробовать? Ой-о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 й. Должно повезти. Я рассчитываю на удачу. Потому что если минералов будет мало, это будет очень хреново, блин! Черт! Хули шпага! Плохо. Вот это плохо, ребят. Потому что всякие различные вещи-то мы из минералов-то и делаем. Ай, какой замечательный... В смысле, здоровье ок? Здоровье ок? Это я, блин, не вижу, окей. Капитан, я возражаю, то, что вы сами выбрали себе, когда не дает. Это право включать себя. А, погодите. Короче, понятно. Блин, нахрена он это сделал? Ну зачем? Бедный Тома. НПС-ятый. Аптечку. Так, давайте вот так вот сделаем.
Все, видите, Том подлечился. Типа мы банкой вот так вот его закидали, что у него прям какие-то там шрамы и всякое такое. Ну это жесть. Утечка. Давайте так. Вот. Вот этого я ждал. Все. Создать предмет. Давайте вот эту. И лопату можем с вами сделать. Но все равно, по-моему, каких-то предметов не хватает. Да, ребят? Так, минералы. Отлично, 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 отлично. Аптечка. Так, лопата. Маска, жилет. Слушайте, да у нас, оказывается, все есть. Даже зажигалка. Клево. Клево, ребят. Это очень здорово. Шансы... Ой, Том, я его не накормил, ребята, я его не накормил, но он не должен накочуриться. Пожалев маленькое существо в углу, вы приняли решение оказать инопланетянину первую помощь, вылечив ему ногу. Теперь он меньше кряхтит и визжит, однако он все еще выглядит не очень. Что хотите использовать, чтобы его полечить? Так... Маску или, ну, скотчем. Скотч — это охрененная вещь. Лечим скотчем. Или маску все-таки надо было ему новую-то дать. Черт, мне кажется, это... Да блин, скотч — это охрененная штука. Ой, куда он? Отдохнув еще пару часов, маленький непутянин, который находился в нашем шаттле, кажется, оклемался и дышит полегче. Он только что заговорил на ломаном английском. Ум этих фабиан, наверное, такой же острый, как сталагмиты. Они, если они так быстро схватывают иностранные языки... В общем, все отлично, ребят. Заражение. Так... Вечно у нас какая-то фигня, блин, там заражение, что-то еще. Что вообще за фигня? В общем, хорошую концовку мы спокойно с вами сейчас получим. Я это чувствую. Блин, два дня. Да, придется сделать опасный маневр. А что делать, ребят? Нам хватит всего этого, даже пока и не стоит фармить ресурсы. Наше скучное... Так, возле корабля свели гнездо с утиными клювами. Они с удовольствием обнимают колени другого члена экипажа. Или привыкнут к этой помехе. Конечно, привыкаем, нормально все будет. Так, другой один. Ну, сейчас, ничего, сейчас покушаем. Сейчас покушаем. Все будет окей. День 57... Так, тут все легко, тут даже и не стоит волноваться, никакой акробатики, та-та-та. Делаем маску с вами. Накормили Тома, все окей, все окей. День 58. Маска есть. Я не могу составить карту поверхности этой планеты. Опасно, разрушенные войны, руины. Вам понадобятся хорошие карты, но что-то мне мешает. О-о-о. Ничего. Ничего мы ему не даем. Тут не надо, не надо ничего делать. Мы и так проживем, ребят. Если вот сейчас уже скоро будет концовка, мы проживем. Я поэтому особо-то... Ну, давайте парочку все-таки сделаем. Так, истощен. Он скажет, что так. Да. Такое совпадение, конечно, это маловероятно, но вдруг, если вы сунете голову в руки статуи, то получите награду. Что скажете, капитан? Нет, конечно, блин, вы что, приколисты, что ли? То есть там какая-то статуя вот так вот держит руки, и если голову туда просунуть, как вы думаете, что будет? Нет, спасибо, вот спасибо, конечно, большое, но я, пожалуй, откажусь. Пипец, пипец, то есть капитана может вот так вот, хопа, размазать, и все. Да ну нафиг, день 60. Вообще, клево, выживаем, ребят. Делаем так. Переработать. Угу, делали, ой, я там что-то...
День 61. Так, истощен. Опять создаем, ребята, чтобы пофармить немного. Маленький наблюдатель объясняет, что его держит заложник злое племя. Один мелкий его особенно сильно пытал, у этого мелкого. Ему нужно некоторое количество минералов. 10. Отдаем. Отдаем. Все окей. Все окей, ребят. Блин, вы вовремя приходите. Модернизировать. Давайте выбираем. Так. Все окей. Простите, ребят, серьезно, я не могу даже читать. 4 часа ехал. В общем, с Челябинска. Устал просто жесть. Ну и плюс еще похмелье гребаное. Поэтому все окей. Так, переработать. Угу. Ой, блин, не дал капитан. Ну, нормально, блин, чё я такой? Я как бы паникёр ещё тот. Ладно, всё окей, блин. Один шанс из 1000. Кто пробует шприц? Давай, Том, ты. Я чё-то боюсь как-то. Так. Смотрим, что у нас дальше будет сейчас. День 65. Да блин, столько дней уже проживаем, хватит. Угу. Баночки супа 3. Надо будет уже создавать. Уже нужен будет супик. Просто концовка, по идее, уже должна быть. Мы же, ребят, на хорошей концовке проходим, а не теперь всякие... Так. Опа! Ну, я уже понимаю, что интеллект самый лучший. Издалека к нам летит Фабианин на мощном транспортном средстве. Я предлагаю, что этот местный житель, который хочет забрать нас в укрытие, сэр... Ну, подождите, Позади него что-то есть. Кажется, это огромное облако пыли. Нет, это группа варваров. В общем, смотрите, что у нас тут. Я даже не знаю, что будет. Укрытие, можете идти, но помогать с ними. Так, давайте интеллект. Господи, хоть бы получилось, ребята. Давай. Хорошая концовка. Ну, день 67. Фу, конец. В общем, быстро прибежался, на его хвосте был легион ужаса. Надо нам как-то будет выжить. Я не знаю, блин. Второй раз, ребята, я вот именно так плохо выживаю. Но память вас подвела. Вы выбрали бункер с одной комнатой и застыли, как несуразные олени-мутанты. Все эти фары автомобили. Когда варвары, подняв оружие, вломились в помещение с безумными криками, никто из вас так и не вышел из этой маленькой комнатушки. Короче, надо в следующий раз будет, ребята, набрать группу хотя бы из 3 или... Ну или 4 человек, по крайней мере. Блин, нехорошо как. Я же хотел хорошую именно концовку. Но... Я все-таки, наверное, выпущу, ребят, эту серию. Я бы ее просто так не выпускал. Понимаете, ребят? Да, я зафейлился, вот. Но, черт, придется выпустить, ребят, потому что здесь был Рик, здесь всякие непонятные еще штуки были. Это просто вы должны увидеть, 100%. Вот так капитан Эммет Эллис храбро и встретил орду Фабиан каннибалов напрямую. Но вот, видите, что написано. Но 2 человек с их другом Фабианином, конечно же, было недостаточно, чтобы отводить орду кровожадных существ. Теперь капитан Эммет и Том, его компаньон, лежат где-то на свалке. Капитан Эллис, ваши приключения были поистине удивительными, но это конец. Это не конец, ребята, это не конец. Мы с вами уже великолепно
проживаем, мы с вами научились в охрененные там экспедиции ходить и не умирать. Мы молодцы с вами. Все, скоро будет концовка обязательно. Мы с вами в следующий раз, во-первых, возьмем Диди, попробуем с ней замутить, это первое. Второе, возьмем там, ну, Тома, не знаю, Том немного уже поднадоел, потому что каждую серию я его беру. Серьезно, мы еще 1000 дней, сука, с ним выживали, мне уже Том все, надоел. Так что возьмем бабку и малыша, ребят, и отправляемся уже, скорее всего, через день. Вот, то есть я выпущу серию через день, ребят. Так что не переживайте, все будет в шоколаде. Если вы ждете следующую серию, обязательно поставьте лайкосик. А на этом все. Бай-бай, дорогие друзья.